Друзья, добрый солнечный день. Посмотрите, какое солнышко сегодня у меня в обзоре. Это азиатский сорт Спанч Боб. Первое цветение у этого малыша. Ну, малышом уже назвать его сложно. Это уже довольно-таки полноценное крупное растение. Должно было быть 3 цветочка, но, к сожалению, один бутон во время полива я благополучно сломала. Цветы у этого сорта довольно-таки крупные. Он такой пятнистый, яркий. Мне нравится то, что пятнышки фактурные. Посмотрите, как они красиво играют на солнышке. Защипчики остренькие, выпуклые. Форма у цветочка очень интересная, резная. Говорят, что он выгорает довольно-таки быстро. Но я думаю, что это все зависит прежде всего от условий содержания. Потому что у меня уже он недели две как распустился. Я бы не сказала, что он сильно поменял свой цвет. Он все еще желтый, он не белый. Да, если не хватает света, если у вас жарко, я думаю, он довольно-таки быстро поменяет цвет желтого на белый. Но если условия позволяют, и есть у вас прохлада, есть хорошее освещение, цвет не будет уходить так быстро. Сорт, да, из выгорающих. То есть вы должны понимать, что это тот сорт, который не будет постоянно желтым. Насчет долготы цветения, к сожалению, пока сказать не могу, потому что он у меня впервые вот цветет. Сейчас поближе покажу вам его листву и уже сделаете выводы о его размерах. Ну вот, розетка довольно-таки крупная. Это стандарт. И это еще молодое растение. Он вырастет большим. Загнула цветонос, потому что он рос довольно-таки высоким. Я уже, когда формирую цветонос, я ориентируюсь на высоту своих полок и где это растение будет стоять. То есть у меня есть верхняя полочка на стеллаже для цветущих стандартов. Там, в принципе, влезают и очень высокие цветоносы. Но, опять же, все растения, к сожалению, не помещаются на такие полки. Давайте немножко поближе покажу вам красоту этого цветка. Губа очень красивая. Я люблю пятнистые орхидеи. Кто знает мою коллекцию, у меня очень много пятнистых орхидей разных цветов. Это просто моя слабость. Посмотрите, как на солнце сверкает, искрится. Очень красиво. Вот эти бордовые пятна прям выделяются. Будто они покрыты перламутром. Рисунок... Кстати, напоминает мне рисунок Роршаха. Такой психологический тест из пятен. Что-то такое похожее, да? Но довольно-таки симметричный. Смотрите, на разных лепестках зеркальное отражение рисунка получилось. Видите, есть полосочки. Кто-то не любит венозные сорта. Любят однотонные, с пятнами, но без полосок. Я люблю разные сорта, в том числе и венозников. Ну, губка Боб, он что-то такое среднее. Тут он и пятна в себе объединил, и веночки, и крупный цветок, яркую окраску. Сорт, безусловно, имеет место быть в коллекции. Я очень довольна им. Он, кстати, напоминает мне внешне голландский сорт Пескара. И по форме цветочка похож, и по окрасу. То есть, если вы не можете найти азиатскую орхидею, то я думаю, что Пескару довольно-таки часто можно встретить в продаже. И в мутации, и без мутации. Безусловно, мне очень нравится его губа. Вот это яркое пятно на розовом крапчатом фоне. Очень красивая орхидея. Я, честно говоря, в восторге. Я не ожидала, что будет настолько он эффектным. Красивый, красивый сорт. Лепесточки немножко вперед, как я люблю. Хорошенький. Так что смело рекомендую в коллекцию всем, кто любит такого рода пятнистые сорта. Цвет не ярко-желтый. Что-то такое нежно-лимонное.
Солнышко, конечно, показывает одно. Без солнышка немножко другой. Сейчас попробую ближе к тени вам его подвинуть. Нет, солнышко у нас везде сегодня. Вот он в тени относительный. Ну все, показала я вам этого красавчика. Рассказывайте, есть он у вас в коллекции или, может быть, вы мечтаете о нем. Сорт часто встречается в продаже. Можно купить у продавцов азиатских орхидей. Конкретно это растение садовника Микки Орхидс. Цены демократичные у этого садовника на все сорта. Так что смело покупайте. И ВКонтакте, и в Инстаграме много продавцов продают Азию. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели ролик. Всего хорошего.